на конкурс «Дети читают стихи» Тарлавин Никита, Шалыгин Денис, 5 лет. Стихотворение читаем. Два года солдата с далекого фронта в одинную хату домой возвращаясь. Два года солдата. Курилась, пырилась большая дорога. Пришли два солдата в одному полоку. Мать была встречала у старенькой хаты. Ей поклонились два брата солдата. Она им сказала: «Поспите, ребята». Но спать не звала до брата солдата. И скинули сумки два брата солдата. И сели на трактор пахать до заката. И снова воюют, чтоб край был богатым. На поле родимом два брата солдата.